Здесь, ребята, мы на канале Супер Катя. И сегодня я хочу снять видео, как я раскрашиваю свои картинки, да, которые мы с вами нарисовали. И они очень красивые. Я уже снимала видео, как они выглядят. И хочу некоторые из них раскрасить. И одну из них нарисовать. Из компьютера. Конечно, я включу компьютер. Как вы видите, я его включаю. Звук идет. Да, звук идет. Я его включила, а пока мы с вами начнем рисовать. Ну, зачем будем? И пенал, конечно, у нас есть педручный. Мне сегодня пенал купили. Я хочу вам показать, что в нем такого. Я еще сама даже не смотрела. Но мне очень интересно, что там такое. Давайте посмотрим. Открываем. Он на застежке. Вот застежка. Розового цвета. Может, должно быть написано, сколько их. Даже написано, сколько их тут. Если видно, 24 кружка карандаша. Как вы видите, он уже включился. Что тут есть? Тут есть точилочка. Такая точилка, но она мне не очень нравится, потому что она почти сломанная. Да, и неудобно на ней точить. Дальше что? Это у нас суперручки. Да, ручки. Такие вот ручки. Ручки. Я забыла еще одну показать вам. Это такие вот ручки черного цвета ручка, фиолетового, зеленого и розового. Я долго хотела такие ручки, именно таких цветов, не желтого, не оранжевого, именно таких цветов. И моя мечта сбылась. Ура! Дальше, что я вам хочу показать, это... Подождите. Это... Конечно же, что должно быть? Карандаш простой. Простой карандаш со стёркой и с концом. Хорошим. Дальше, конечно же, карандаши. Вот я вам её покажу. Да, карандаши. И мы с вами сейчас будем рисовать эти картинки. Ну, для начала... Вы видите, что я уже включила мой компьютер, и теперь нужно взять камеру и вас потащить к моему Google. Вот так выглядит мой компьютер. Мой. Я еще прилепила стаканчик, чтобы здесь брать, если что, ручки. И сейчас мы будем включать, а вы смотрите, что я включаю. Всегда переключается на английский. И нужно всегда. Я пишу, а вы смотрите. О, сразу вышла. Как рисовать? Просто довольно заходила сюда. Я люблю рисовать. Как рисовать? Что? Вот у меня вышло. Картинки. И много картинок. Вот этот миньон, который я вам показывала из видео. Мои картинки. Я его перерисовала с компьютера. О, давайте нарисуем такую парочку влюбленных. Она мне очень нравится. Я сейчас положу камеру, чтобы мне было удобно рисовать эту парочку влюбленных. Мне очень нравятся они. А я начинаю рисовать. Мне для этого нужно залезть на стол. Да, залезть на стол. Я сажусь на стол, как вы видите. Опа. И открываю тетрадку на чистый листок. Нахожу чистый листок. Чистый листок я нашла. Теперь мне нужно... Вот так вот. Я так вот положить его.
люди все знают этот фокус. И он очень всем понравится. Потому что мне нужен карандаш. Карандаш, именно карандаш. И мы обводим. Ой! Да, и может выключиться, ну, просто рукой подвигаете. Да, мальчик как-то. Начинаю с самого трудного рисовать, что потом осталось самое легкое. Да, я люблю самое легкое рисовать. Ой, вы упали. Да. Вы упали. И для этого мне нужно вас подсоединить вот сюда. Постойте пока, а я пока нарисую мою картинку. Сейчас вас возьму. Но пока вы смотрите, что я думала, что все хотят его нарисовать, но она мне понравилась, потому что тут любовь, и скоро День Святого Валентина, мне нужно нарисовать какой-то рисунок. Да, рисунок мне нужно нарисовать. Я просто рисую все. Все, как я вижу, так и рисую. Вот что у меня получилось нарисовать. Да. Все, что у меня получилось нарисовать, это вот. Сейчас я вам покажу. Вот. Это День Святого Валентина. Я думаю, у меня что-нибудь получится. Получилось нарисовать. Вы оцените эту мою работу. Ну, а я пока постираю все лишнее. А вам до скорой встречи. Пока-пока. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Большие лайки. И не запинайтесь это ставить. Пока-пока.